Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Динечка, поздоровайся со своими друзьями! Привет, привет! На каком вы канале? Baby Go! И сегодня у нас очень интересный выпуск. У нас сегодня блоки Диенеша. Это, кстати говоря, книжка, да? Вот, логические блоки Диенеша. Немножечко расскажем вам вкратце. Это 48 фигурок различных по цвету. Мама нам сейчас покажет. У них разные формы, толщина, размер. Получается, мы изучаем 4 свойства. Мы можем объяснить разницу между тонким и толстым, разницу по форме, по цветам и размерам. Логические блоки придуманы венгерским математиком и психологом Золтан Диенеш. Так, ну мы немножечко рассказали про Золтана Диенеша. Вот, про этого математика. Давайте попробуем какую-нибудь игру сегодня поиграть. Динечка, какие здесь фигурки есть, каких цветов? Вот это какой цвет? Красный. Вот это какой цвет? Это наш сложный цвет. Желтый. Зеленого здесь нет. И твой любимый цвет? Голубой. Ну, на самом деле синий, но Дениска, в принципе, прав. Голубой – это оттенок синего. И у нас геометрические фигуры. Треугольники, прямоугольники, квадраты, кружки. Даже есть, в принципе, цилиндры. Цилиндры. Друзья, и у нас в этом наборе есть книжка, в которой есть предметы, которые выкладываются из этих геометрических фигур. Велосипед, кошка, зайка, мишка, человек. Там еще много всего, да, Дэн? На, посмотри. Это очень напоминает Паскабовича. Но немножко сложнее, потому что тут больше геометрических фигур, они различной формы, толщины. Дэн, смотри, у нас два квадрата, один толще, другой тоньше. Какой из них толще? Посмотри внимательно. Вот у меня у папы ручка, смотри. Толщина нам сейчас не важна, мы сейчас попробуем первую игру поиграть, самую простенькую. Сложим какую-то картинку, например, грузовик. Дин, тебе нравится грузовик? Друзья, давайте мы попробуем сложить грузовик. Нам понадобится два кружка, один красный, один синий. Прямоугольник синий, прямоугольник красный и квадрат желтый. Денечка, давай ты попробуешь. Попробуй сложить. Давай прям вот сюда наложим. Правильно. Давай. Вот такие мы хитрюшки. Только ты цвета перепутал, Денис. Так, куда? Правильно. Смотрите, у нас уже есть красный кружок. Синий кружок куда надо положить? Туда. Клади. Ничего, смотри, колесики мы собрали, но у нас еще два прямоугольника и желтый квадратик. Давай соберем машинку до конца. На маленькую. Так. Квадратик собрали. Да, на прямоугольничке. Смотри, у нас с тобой не хватает двух прямоугольничков. Давай, красненький положим. Так, давай вот так, правильно. И синий, куда надо синий? Вот сюда. Вот, друзья, мы собрали первую картинку из фигурок Диенеша. О, это был пируэт. В следующий раз мы попробуем поизучать фигуры, поразличать толщину, соответственно, поизучать формы. Может сложить еще какие-то фигуры. Книжка-то у нас толстая здесь, Диенеша. Ну, а мы с вами ненадолго прощаемся. Это был канал Baby Go. Ставьте нам пальцы вверх. Подписывайтесь. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Дэн, попрощайся с своими друзьями. О, как ты классно говоришь. Пока-пока. Пока-пока. Все. Пойдем, пойдем. Нам еще с тобой много чего предстоит. Это первая игра.